Новое время диктует свои тренды. И одним из таких трендов, всколыхнувшее все человечество, является селфи. Определенный вид автопортрета, на котором вы фотографируете сами себя. Интернет пестрит невообразимым количеством селфи известных политиков, российских и западных звезд шоу-бизнеса. Но психологи бьют тревогу, так как чрезмерное употребление селфи вредит вашему здоровью. Даже Роспотребнадзор предупреждает о том, что это является главной причиной распространения педикулеза среди подростков. Так что же такое селфи? Новомодный тренд, который вредит вашему психическому или физическому здоровью? Или все-таки новый уровень самовыражения и общения? Это сейчас мы с вами и выясним у жителей нашего любимого города. Вы знакомы с таким понятием, как селфи? Да. Ну да. Вы не знаете, что такое селфи? Что такое селфи? Селфи – это когда фотографируют себя, но никто тебя не фотографирует, просто себя… Самофотографирование. Да. Так. И потом выкладываем его. Так. Так. А как вы часто его делаете? Не часто. Не очень часто. Крайне редко, можно сказать. Я практически не делаю селфи, только на фоне чего-то необычного. Вот так вот, да. То есть сами себя, но не в зеркало. Вы делаете селфи? Нет. Почему оно пользуется такой популярностью среди современного поколения? Потому что никого не надо. Если ты, допустим, дома один и хочешь пофотографироваться, ты сам можешь себя сфотографировать. Может быть, просто из-за простоты использования, и люди хотят себя запечатлеть. Наверное, это вариант себя прославить какой-то. А вы слышали о том, что благодаря селфи идет распространение педикулеза среди молодежи? Что-то такое слышал. Нет. Хотите со мной сделать селфи? Как вы уже поняли, нельзя однозначно сказать, селфи-мания – это хорошо или плохо. Но даже идя на поводу модных трендов и направлений, главное – без фанатизма. С вами делали селфи Демидова Мария и Алексей Фенин специально для РЕН-ТВ Саратов.